Рождаемость в Орле переборола смертность. За июль и август прирост городского населения – 23 человека. В последний раз такая статистическая радость случалась в 92-м году. Пусть это маленькие шажочки, там 20-25 детей родилось больше, чем умерло, и все-таки это уже естественный прирост населения. Это говорит о том, что все-таки, наверное, развитие нашего общества повернуло совершенно другую сторону. Еще один позитивный момент летних месяцев. С появлением первенца родители перестают останавливаться на достигнутом. Если в июле родилось вторых деток 27, то у нас в августе уже 32 ребенка вторые. И третьи у нас также. У нас вот в июле месяце даже трое не было. Еще лет 10 назад число новорожденных едва переваливало за отметку в 2000 человек. С тех пор многое изменилось, радуются акушеры. Орловчане избавились от страха отцовства и материнства. За прошлый год на свет появилось 2758 орловчан. Главная причина, считают медики, в перинатальных технологиях. В нашем учреждении они достаточно широко внедряются, что показали результаты проверки Министерства здравоохранения. То есть это и соблюдение тепловой цепочки, и раннее прикладывание матери к груди, то есть ребенка к груди матери. Одно из последних изменений – то, что сейчас малыш находится сразу с мамой, сразу после родов. То есть он находится у груди мамы, она может его покормить. У чиновников другая версия. Ведь поддержка материнства стала приоритетной задачей государства. У нас работает очень большая программа, вот и материнский капитал, который постоянно индексируется, и областная комплексная программа обеспечения жильем молодых семей. На это мы не жалуемся. То есть на работе мы бы получали меньше однозначно. Вот, так что, то есть, в принципе, на жизнь хватает. С тем, что росту рождаемости способствует и то, и другое, роженицы согласны. Только главная причина, считают они, все равно другая. Люди стали любвеобильнее, наверное, поэтому. Это экономическое положение, видимо, стабилизируется у людей, поэтому они начинают больше рожать. Главное, чтобы было в семье счастье и любовь. Отчеты Орелстата по-прежнему неумолимы. Население убывает. Правда, уже не так стремительно, как прежде. В Орле в прошлом году стало меньше на 1636 человек. Для сравнения, еще 10 лет назад смертность превышала рождаемость более чем на 2500.